Находимся на лагерном пруду. Гальян моря звали, Камагориха. Тут не было, по колено было. Сейчас 3 метра глубины, не промерзает. Карась остается целый, растет. Ну, еще и карпов опять накупили, напустили. Вот я пришел, мордушка, вся она в дырях. Вот ее видали даже, эти дыры. Вот она, какие дыры-то, вот она. Дыры. И мы решили заменить это все. Вот они, дыры. Ну, это что? Это... Взяли-то откуда? Штора такая была. Это все снимем. И привезли вот, это на стройке. Там, когда строят, закрывают. Она более крепкая. И... Ну, так думаем. Сейчас мы начнем убрать. А Симеон у меня сегодня помощник. Вот так. Мы пока здесь двое, дальше будет видно. Вот у нас крест, который установили рядом. Вот он. Вот так. А прямо смотреть, это бывший лагерь. А теперь там музей-комплекс для бедных лагерей. Сегодня мы осматривали его. Вот так. А здесь вот крещение будет через неделю. Если все благополучно будет. Так, все здесь есть. Там дальше у нас храм, видать. Хороший день сегодня, 3 июля 2020 года. А крещение намечено на 12. То есть 1 после 7 июля, если 7 не совпадает. И как раз конец поста. Вот здесь у меня все по скамейке, и ураган грыз. Что делать? Ну, новый столб закопать пришлось. Вот он где. И он теперь ничего не может сделать, только землю роет и ворщит. Вот Господь позволил старую эту убрать, новую нашить. И тут же помощников Господь прислал. Пока шили вместе, тут и разговор был хороший. Вот она сейчас обечайки. 1, 2, 3, 4, 5. 5 обручей нашить надо. Вот так. Не в один раз, сколько раз ниткой обматываете там? 3. Чтобы не порвалась. 1, 2, 3, 4, а то будет уже 8. Вот такая сетка, которая натягивает на домах, когда строят что-то. Сергей Павлович Пупков достал где-то. Вот пришли, меня тут тревожат. Тут женский батальон. Прогнать хотели, а я не ушел. Я говорю, я отвернусь, отвернулся, они помылись и ушли. Ну, у меня тут иголки, тут целый арсенал всего необходимого. Вот, большая мордушечка будет. Ну, то часов 5 я провел за ней, а то и больше.